те фото, которые я увидела, когда я уже попала в спокойную ситуацию, вот, и я поняла, что вообще происходит, сказали, что я на кушетке там с одеялом лежу в другой одежде. Это была не я, это была девочка, которая погибла. Ее выносили первой, потому что она в самом тяжелом состоянии была. Ее и ребенка не спасли. Просто она, ее довезли до больницы, но не выжила ни она, ни ребенок. Там приходил муж, он просто на коленях плакал. Ну, у человека не осталось семьи вообще ничего. И это была эта девочка, это была не я, меня не переодевали, меня не гримировали. Мы спокойно жили, все было хорошо, мы планировали ребеночка, мы забеременели. Вот это долгожданный ребенок был, мы долго ее ждали. И ну, потом, конечно, началось страшное. Началась война. Мы сидели, обсуждали пакунок малюка, вот что там внутри, и мы услышали, как прогремел снаряд. Потом ну, я лично накинула на себя одеяло инстинктивно, вот, и услышали второй снаряд. И в ушах запищало, зазвенело, сказали, что авианалета не было. То есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали. Они сказали, что это прилетел снаряд откуда-то, ну, с другого места.